С начала года более 100 сложных хирургических операций провели специалисты медицинского центра управления делами президента Казахстана в регионах. Более 1000 пациентов получили консультации. Врачи-нейрохирурги, кардиологи, аритмологи, пульмонологи и эндокринологи не только проводили приемы, но и передавали свой опыт и знания коллегам. Кустанайская область стала 6-й на маршруте специалистов медцентра. К примеру, аритмолог провел 4 операции на сердце в Рудном и 3 в Кустанае. Профессор имплантировал 2- и 3-камерные стимуляторы, а также кардиовертер дефибриллятора. Да, есть чему поучиться. То есть какие-то нюансы операции, которые мы можем показать, которые мы можем совместно усовершенствовать и проконсультироваться, потому что достаточно тяжело в регионе проконсультироваться со специалистом.